такое традиционное начало, да? А когда же мне, други, еще записывать это, кроме как не за рулем? А? Привет, кто заходит в эфир. Сейчас еще немножко подождем, как обычно, что кто-то подтянулся, и продолжим. Ос. Привет, привет, привет. Пишите географию, ребят. Откуда? Так интересно всегда читать, когда разбросано все от края до края, как у Арии в песне, да? От края до края небо в огне сгорает, а здесь от края до края наш эфир. От Москвы до британских морей, Красная Армия всех сильней. Кто откуда? Парни или девчата? Я, кто не знает, из Иванова. Из Иванова, который город невест. Да, целая тема для разговора по поводу невест, но мы... Ух ты, вот это да. И слабо ребята летают по городу, под соточку даже больше. Так, итак, тема эфира нашего сегодняшнего. Об иллюзиях тренировок. Об иллюзиях самых разных тренировок. И боевых искусств, и фитнес, и всякое прочее разное. Вот. Почему решил на эту тему подкаст, да, вернее, и видео записать? Еду сам с силового тренинга сейчас из клуба Loft Fitness Ивановского. Вот. И наблюдаю, как люди тренируются в зале. Я это всегда наблюдаю, когда по клубам езжу. Это вот прямо, ну, парадоксально. Я смотрю, насколько сейчас силен тренд по поводу того, как людям хочется вести здоровый образ жизни. Люди, несмотря на то, что в стране кризис, да, жертвуют многими другими вещами, но тем не менее покупают абонемент в спортивный клуб. И раньше, если люди покупали абонемент в спортивный клуб больше из элемента престижа, то есть для них было важно иметь этот абонемент как таковой, ну, чтобы он был. Вот, это как бы было одним из маркеров успеха, ну, маркеров, что вот есть у меня клуб, вот, что должно быть? Должна быть машина, карточка в клуб, карточка может быть в какой-то загородный клуб, если есть, еще какие-то вещи, ребенок в частной школе и 5-10, но вот карточка в клуб, это вот было вот как бы это показательно. И, конечно, тогда больше всего процветали либо просто секции, где приходишь, покупаешь дешевенький там абонемент на месяц, и там занимались действительно те люди, которые тренируются. А второй контингент, это выживали только дорогие клубы. То есть потому что туда приходили такие бондики, которые покупали себе эту карточку, вот, и у них была эта тусовка. Причем они могли не тусить там даже, не, они могли даже и редко посещать. Ну, важно было, чтобы она была. И там иногда торец свой там засветить можно было иногда. А сейчас вот клубов появилось огромное количество, просто колоссальное. И они самого разного ранга, начиная от дорогих и заканчивая довольно-таки дешевыми, и они все переполнены, все. То есть люди выбирают себе клуб по возможностям. И что же движет ими? Ребята, движет, как я сделал вывод, абсолютным большинством людей не столько понимание, что им это нужно для здоровья как таковое, что вот они будут делать что-то, занимаясь для здоровья, сколько тренд на ЗОЖ. И элементом этого тренда является посещение спортивного клуба. Но я не зря сказал, вот именно вот так, как я сказал, не занятие спортом, а именно посещение спортивного клуба, создание некой иллюзии. То есть люди уже идут, то есть карточку приобретают не для того, чтобы повысить свой социальный статус. Они действительно приобретают ее для того, чтобы приобщиться к здоровому образу жизни. Только понимание приобщения к здоровому образу жизни идет через жопу, прямо самым реальным образом. То есть люди считают, что если они посещают спортивный клуб, и создают, именно так вот я выражусь, видимость деятельности по поводу движения в сторону здоровья, то им уже это все дело гарантировано. Или, ну, а многие ЗОЖ, скажем так, ассоциируют еще и со спортивными достижениями или внешним отображением, да, конкретным таким явным, визуальным. Ну, вот. Но считаю, что как бы посещая клуб и совершая какую-то деятельность иллюзорную, которая как будто бы движет их к желаемой цели, они уже гарантируют себе результат. Это вот мне всегда напоминает точно так вот взаимодействие пациентов с докторами. Когда пациент приходит к врачу, на такой, особенно богатый пациент, чтобы типа это провериться. Как будто вот само проверяние вот это вот уже гарантирует, что он уже для здоровья что-то делает. Да, врач проверяет, находит, как правило, жировой гепатоз, всякую там хренотень, как правило, одну и ту же, ну, у всех от неправильного образа жизни. Вот. И назначает, если это хороший врач, то он не шкурит пациента, а назначает ему ряд процедур, который пациент, в общем-то, фактически должен делать сам. Имеется в виду под процедурами не конкретно там уколы, промывания, колоногидротерапию, а действия по изменению образа жизни, который должен делать человек. Он забивает на это здоровый болтяра, это самый пациент, и через год опять приходит на такой же осмотр, думая, что он для этого что-то делает. Ну или выпивает какие-то колеса, которые там прописал ему врач, считая, что он уже свое, что мог, значит, лепту внес. Вот то же самое и выглядит и со спортивными клубами. То есть покупка, значит, абонемента — это уже приобщение к здоровому образу жизни. Посещение клуба, то, что подняли жопу и до клуба дошли, это уже вообще прямо шаг, который, ну, гарантирует на 150% то, что будут изменения и что будет все чики-пики. Вот. А если еще и заказали тренировку у персонального тренера, ну это все решает вообще. А если тренер еще при этом присоветовал купить какой-то протеинчик подожрать, или даже, не дай бог, уколоть что-нибудь, то все. Там все будет вообще замечательно. Ребят, херня это все на постном масле. Вот я сколько вижу людей на протяжении долгих лет, которые посещают спортивный клуб, и ладно бы они посещали бы вот этого просто, не строя каких-то перспектив и там задач, а прямо честно бы сказали: я хожу в спортивный клуб для того, чтобы совершать какую-то минимальную, активную деятельность, минимальную просто. Вот даже просто булки перенес свои туда, в клуб, в сауну сходил, потрындел, там общение какое-то после работы. И это уже лучше на самом деле, чем перед телевизором посидеть. Ну согласен, лучше, однозначно. Или чем в соцсетях торчать. Но я беседовал со многими людьми, и все они в 99% случаев рассуждают о том, что они хотят достичь какого-то результата, хотят, предположим, увеличить свои показатели силовые. Абсолютное большинство людей хотят изменить внешние параметры свои, похудеть там, да, а кто-то поднабрать. И вот уже проходят годы, и смотришь, год прошел, 2 прошло, 3 года, 4, а воз и ныне там. Он покупает каждый год абонемент в этот спортивный клуб и никуда не движется вообще, никуда. Есть только назад откатывается. И вот, соответственно, вопрос: а нахера это все? Кто-то скажет: ну, если бы он бы это клуб бы не покупал эту карточку, то он бы, ладно бы, не на месте бы даже поставался, а назад бы откатывался. Ребят, для того, чтобы оставаться на месте, не надо ни хера спортивный клуб посещать. Я вам это отвечаю на 100%. Для этого достаточно с утра трустой бегать, да, и ходить на перекладину и на брусе. Этого вот за глаза более чем достаточно для того, чтобы оставаться в том же самом состоянии, в котором вы есть. А если вы еще при этом будете, это важно, правильно питаться, питаться правильно надо в любом случае, то все, вообще проблем никаких абсолютно не будет. Вот и все секреты. Секреты просты, да? Но нет, вот люди вбубухивают в эту вот индустрию фитнеса огромное количество бабла своего. Думаете, я чужие деньги считаю, им не жалко бабла? Нет. Я об этом по другой причине говорю. Причина самая главная такова, что спрос рождает предложение. И поэтому такое большое количество клубов не может вместить, не может заиметь необходимое количество адекватных профессионалов, которые реально профессионалы в области здоровья и правильной работы не с клиентами прежде всего, а с людьми по достижению конкретной цели для данных людей. Это должны быть профессионалы в области спортивной нутрициологии, в области фитнеса, в области спортивной медицины, понимаете? А у нас, ну, давайте посмотрим, ребят, только тренера, ну не обижайте на меня, Христа ради, ну вот на самом деле, давайте будем честными сами с собой. В клубах в основном кто с тренерами работает? Спортсмены бывшие или действующие, или те люди, которые давным-давно занимались, вели по какой-то непонятной причине спортивного клуба, потому что имеют там атлетическое телосложение. Конечно, они прошли какие-то курсы повышения квалификации, потому что требуется, закончили даже пединститут или в институте физкультуры, там что-то прошли, но знания их, ну, ребят, это знания вот первого курса мединститута, даже, наверное, ниже. Вообще никакие. То есть знания это слабенькие очень. У абсолютного большинства. Я не качу бочку на всех. Но абсолютного большинства, да, и клубы, новоделы, которые дешевые, ну, особенно, они не могут привлечь просто профессионалов. Я понимаю, есть такие монстры по типу World Class, там, такие франшизерные вещи сильные, как Loft Fitness, там, предположим, еще какие-то. Они, конечно, борются за престиж, они держат марку, и там, конечно, тренера лучше, чем в других NXM-клубах. Но и там существует та же проблема нехватки профессионального и на профессиональных тренеров в области не как спортсменов, не как людей, которые сами достигли высокого уровня в плане спортивных достижений и которые могут преобразить там человека или там добиться какого-нибудь эффекта у своего подопечного в рамках какой-то определенной узкой задачи. Но комплексно поработать с клиентом, с человеком занимающимся, подопечным своим, могут только единицы всесторонне подойти к вопросу, которые действительно будут заниматься серьезно, померят импеданс, состав тела, подберут индивидуальную конкретную программу, составят диетику, будут его контролировать, будут его мониторить, его питание, будут с ним достигать конкретного результата по всем направлениям и будут не только бицепс измерять, да, по размеру у него и силовые показатели, но еще и обязательно посмотрят, в какую сторону относительно своего здоровья этот человек сам движется. Не станет ли его эти достижения, не скажутся ли они негативно через какой-то там промежуток времени. Ну вот, это что касается фитнеса. А теперь давайте перейдем к единоборству. Вот интересная тема, да? А здесь вообще еще хуже ситуация. Вообще карате это самый популярный вид спорта, что ли, скажем так, вообще культивируемый на территории Российской Федерации. И в мире один из самых тоже популярных. Но я пока буду говорить именно про Российскую Федерацию. Один из самых популярных видов спорта. Самый, вернее. То есть, если взять все секции по карате, то в карате занимается больше всего народу вообще. Больше, чем где-либо вообще. Но это за счет детей в основном все это дело делается. Почему? А потому что считается доступным все это дело, довольно-таки доступным. А еще потому, что нету слабо развитые критерии достижения целей. И еще это очень хороший такой фитнес-клуб вот, для тех, кто вообще не собирается иметь какие-то либо спортивные достижения, или еще какие-то. Вот. Но знаете, здесь самая большая проблема заключается в том, что если человек не ставит перед собой спортивных достижений, кстати, которые я не считаю вообще-то самоцелью, да, при занятии карате, то ему и померить-то, в общем-то, свои достижения, интенсивность своего тренинга и результативность нечем вообще. Понимаете, если в других видах тренинга это можно как-то померить, если это там игровые виды спорта, то это все равно какой-то соревновательный момент обязательно присутствует, этого не денешься никуда. Опять же, это точность броска, предположим, это в баскетболе, что-то еще. То есть ты сам оцениваешь себя, да? Ты смотришь свою выносливость, там, смотришь, если это легкой атлетикой занимаешься, скоростные показатели, фитнесом занимаешься, оцениваешь внешний свой вид, там, тело, занимаешься силовым тренингом, оцениваешь как-то силу. Даже если ты не собираешься участвовать в спортивных соревнованиях, то есть какие-то критерии, по которым можно себя оценить. Занимаясь же боевыми искусствами без каких-то конкретных критериев, оценить себя в принципе невозможно. Да, скажете вы, существуют такие понятия, как сдача на разряды, данные 5-10, но это настолько не унифицировано, что и по этому критерию там оценку произвести невозможно. И часто можно видеть, что на одних экзаменах с одними тестующими люди худшие сдают экзамены, а где-то лучше и не сдают, потому что выставляют оценку часто еще по усредненному критерию. Вышли в первую пятерку сдавать экзамен те, кто лучше, и им поставили там 4-0 балла, и это проходной. Вышли там остальные все, кто немножко похуже, и никто не сдал. Вышли те, кто немножко получше, сдали. А предположим, вышли вообще слабые, предположим, первую пятерку, и по ним средний балл выставили. В общем, короче говоря, черти что получается. Бывает, иногда не сдают нормальные, так как самые первые были самые лучшие. И бывает наоборот, настолько низкий уровень, что кого-то все равно принимают, особенно первых, потому что по ним выставляют средний балл. А на других экзаменах они, может, и не сдали бы вообще. Вот и все. И поэтому вообще не померить. И из-за этого мы часто видим, что когда, особенно в секциях по карате, занимаются мужики уже, а не дети, которым спортивные достижения по барабану, то часто можно видеть, что занимаются они такой херней в натуре. Что видео там на ютубе выкладывают, что просто там зайдешь там в зал, чем они занимаются. Но это просто имитация деятельности в направлении, похожем на карате. И когда кто-то скажет им, что что-то не так, что как-то слабовато, а это так и надо, это так и надо. В этом возрасте типа сила уже не нужна, здесь уже сила дыхания, сила внутренних органов, мы наработаем другие там аспекты, и начинается само это оправдание, самоиндульгирование, и вся эта тряхомуть. Когда видишь, что люди в принципе нифига не работают на тренировке, что они там делают вообще? Нет, я согласен, когда они говорят о том, что они поддерживают на минимальном уровне свою физическую активность для поддержания какого-то здоровья, своего состояния. Но когда они говорят, что они занимаются карате, блядь, да не карате они занимаются хератой вообще. Эти карате — это art of killing. Если человек в 70 лет не может, убивать, уж извините, что я так это грубо, то есть он обладает со способностью к этому, то он не карате уже занимается, он занимается телодвижениями из карате, но только не карате уже. Это как, скажем так, оружие. Оно есть оружие, которое, это карате, оно автомат Калашникова, действующий, боевой, который стреляет, у которого нормальные патроны, а потом он стал старенький, заржавел, у него пробили там боек, спилили, и его можно назвать оружием? Нет. Это, с ним можно делать упражнения, собрать его, разобрать, можно из него целиться, учиться быстро, предположим, его приводить в боевую готовность, но он не будет оружием, ему только если ударить прикладом, все это максимум, стволом или магазином ударить, но как стрелковое оружие, оно уже не работает. Поэтому оно уже не является стрелковым оружием, это уже муляж. И когда занимаются карате, имитируя карате, то это уже не карате, это муляж карате. И когда кто-то начинает в этом плане критику какую-то, да, это высказывание по... Мы про все, ребята, с Христа ради, хотите, на работу. У этих товарищей оно не работает. Поэтому не надо бить себя пяткой в грудь и говорить, что мы занимаемся. Если вы Если вы нагрузку, как и 30-летние, впахиваете сильно, работаете с чаще на интенсивности, вы занимаетесь карате. Вы посмотрите, он старик, но он работает так, что молодым любым даст фору, а вот его подопить не могут, которые имитации за большинство. И то же самое касается и как и Годжирю, так и Шотока, его любимого, и вообще все. Понять, для чего вы занимаетесь своими именами вашу деятельность. Особенно если вы... Потому что вот эта подмена понятий и профанация вообще боевых искусств и карате, она происходит именно из-за этого. И человек, в принципе, и шарлатаном, просто он уже, чем он занимается. Все. И на этом все будет нормально вполне. А иначе другие, кто в этом мало разбирается, посмотрят. И у нас карате в свое время в совке сначала появилось и расцвело, а потом деградировало до безобразия. Именно из-за того, что под маркой карате давалось, ну не карате, понимаете, ребят, не давалось искусство боевое. Вот мы тут недавно зарубились, ну не зарубились, а чисто по-дружески с Николаем Коровиным на Фейсбуке в обсуждении там одной темы по поводу того, что же такое боевое искусство. У нас разные точки зрения на это, вернее, точки зрения у нас одна, просто мы немножко в разные аспекты больше давим. Он больше напирает на то, что боевое искусство это все-таки будо, то есть в которое входит еще и вот именно понимание до очень важное, да, то есть вот этот путь некий, движение там, все такое прочее, да. А я считаю, что вообще бы было бы, что боевое искусство, это вовсе не всегда будо. Откуда будо, предположим, в боксе? Бокс это тоже боевое искусство. Боевое искусство это искусство ведения боя. Неважно какого. На мечах, на клинках любых, в боксе, в английском или, не знаю, кикбоксинге, тайском боксе. Это все виды боевых искусств. И боевое искусство, оно всегда становится мертвым сразу же, как только оно перестает быть реально практично, реально воспроизводимым на практике. То есть оно перестает быть art of killing. Все, это сразу же уже не боевое, искусство. Все, это уже не, больше некая форма фитнеса, форма существования, пускай жизненная философия, где благодаря упражнениям, напоминающим движение из боевых искусств, сам человек духовно развивается, поддерживает хорошо свое здоровье. Вот это вот оно. Вот. Я лично эти вещи разделяю. Разделяю. Хотя, как разделяю? Не в рамках, что это вообще две разные вещи, а в рамках одной вещи. Но я считаю, что, понимаете, человека можно разделить отдельно на голову и туловище. Понимаете? Это не значит, что голова может отдельно без туловища жить, а туловище без головы. Но это вовсе не, значит, что вот главное это туловище, а голова не главное. Или наоборот. И вот я считаю, что art of killing это, предположим, голова или туловище. Неважно. Натрубите вы голову по змее, натрубите хвост по самую голову, или голову над самого начала хвоста. Она умрет, понимаете? Потому что вы в любом случае отделите голову от туловища. Вот и в боевых искусствах. Но отделите ли вы составляющую эту ментальную, духовную от Art of Killing? Или наоборот, все, не будет работать у вас от ничего. Вот таким вот образом. Поэтому, если вы теряете Art of Killing, все, вы не занимаетесь уже карате. Забудьте, блин, об этом. И не называйте это карате. Называйте это чем-то похожим на карате. Хотите поспорить? Да, ради бога, пожалуйста. Это видео будет на ютубе. Высказывайте свои точки зрения. Можете здесь под этим видео. Я с удовольствием отвечу на вопросы. Или еще видео там одно запишу. Мне вообще это по кайфу будет. Потому что это тема, которая слегка поднаболела. Ну давайте, я в принципе приехал домой. Ставьте лайки, антилайки, возмущенные смайлики.